became a legend of the silver screen. And now the thought of meeting him makes me weak in the knees. Ta-da-da. Итак, небольшое предисловие. Я думаю, что оно необходимо. Меня зовут Кир. Многие знают меня как Багги, многие меня вообще не знают. Ну так давайте знакомиться. Это мой новый музыкальный проект Silver Screen Show. Silver Screen, серебряный экран. И на фоне него я буду петь песни, как из своего скромного и наивного творчества, так и многие известные и любимые миллионами. Проверенные временем хиты. На самом деле мне очень жарко в пиджаке, я потею. Для начала я исполню одну песню собственного сочинения и одну песню, любимую миллионами наших с вами сограждан. Вот этой песни уже более полувека, но ее каждый хотя бы раз в жизни, но слышал. Эти песни, они такие обе похожи по духу, они позитивные, ироничные. Ну, вроде для предисловия достаточно для маленького знакомства, а дальше я буду уже играть. Спасибо. Да, чуть не забыл, внизу будет ссылка на пресс-релиз, где я более подробно расскажу, зачем я, собственно, занимаюсь, тем, чем я занимаюсь, и почему я не занимаюсь тем, чем я мог бы заниматься, чем-нибудь более полезным для Родины. Ну и все, что я здесь не сказал, я более подробно там напишу. Нашим с вами согражданам. Почему я не могу говорить 2 минуты подряд что-нибудь нормальное, адекватное, а?